Всем привет! В эфире канал УТС «Мировые новости». С вами Дмитрий Белькевич. И сегодня я и мои коллеги расскажем вам много интересного о событиях, произошедших в разных странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. Экс-министра малазийского правительства признали виновным в коррупционных преступлениях. И одно из наказаний – избиение тростью. Британские власти намереваются разобраться в вопросе ответственности за ДТП, которые совершаются с использованием машин на автопилоте. Каким выводом пришли чиновники? В Лондоне с молотка на аукционе Сотбис ушла картина Пабло Пикассо. Сколько за полотно выложил ценитель прекрасного? Обрушение туннеля в Индии и избиение экс-министра в Малайзии. Подробности через пару секунд. До 40 рабочих могут находиться под завалами туннеля в Уттараканде в Индии. Об этом сообщают местные власти. Инцидент произошел в выходные, и до сих пор спасатели не могут добраться до заблокированных под завалами людей. Предположительно, все они живы, ссылается пресса на данные МВД. Им через отверстия в завалах передают воду, воздуха также достаточно. С ними установлен контакт. Одной из причин произошедшего называется оползень, который сошел на строящуюся конструкцию. Впервые в истории Малайзии виновного в коррупции чиновника законно изобьют. Саид Садик Абдул-Рахман, экс-министр молодежи и спорта страны, признан виновным в коррупционных преступлениях. Присвоении казенных средств и отмывании денег. За это он пройдет в тюрьме 7 лет, должен выплатить компенсацию в 2 миллиона долларов и, внимание, приговорен к 2 ударам тростью. Это первый в стране случай назначения телесного наказания политику. Сам 30-летний обвиняемый с наказанием не согласен и намерен его обжаловать. Пока приговор в законную силу не вступил, он остается членом малазийского парламента. Отмечу, удар тростью причиняет более сильную боль, чем удар розгой. Чаще такие удары наносят по ягодицам, коленям и икрам ног. Известный на весь мир вулкан Этна вновь проснулся. Сицилийская достопримечательность ожила, выбросив столб пепла на 4,5 километра. Сейчас из юго-восточного кратера извергается лава. Города у подножья Этны понемногу засыпают пеплом, однако аэропорт Катании пока работает. Не исключено, что полеты придется приостановить. Этна – стратовулкан, его высота постоянно меняется из-за извержений. При этом он является самым большим вулканом в Италии, в 2,5 раза больше печально известного Везувия. Примечательно также, что склоны вулкана густо заселены, поскольку почва здесь очень плодородная. Лава и пепел насыщают ее микроэлементами и минералами. Местные жители называют Этну дружелюбным вулканом, считая его неопасным, однако мнение вулканологов уже меняется. Они говорят, что поведение Этны становится все подозрительнее и характер извержений меняется от спокойного к взрывному. Сбежавший из цирка лев переполошил небольшой приморский городок в Италии. Пожилой крупный царь зверей несколько часов гулял по улицам Владисполи в 60 километрах от Рима. Зовут беглеца Кимба. Он вышел из клетки непонятным образом. Погуляв по полям, лев зашел в жилой квартал и развлекал своим присутствием местных жителей. Им, к слову, запретили выходить на улицу на некоторое время. Для поимки беглеца использовали вертолет и приборы ночного видения. Спустя 6 часов животное поймали. Правда, его пришлось ненадолго усыпить. Британские власти задумались над резонным вопросом, кого обвинять в дорожно-транспортном происшествии, если попавшая в него машина – беспилотник. Владельцу ничего не предъявишь, он за рулем не находился и имел на это право. Роботу тоже в тюрьму искусственный интеллект не посадишь. Каким выводом пришли чиновники, расскажут мои коллеги. Полностью беспилотные автомобили могут в ближайшие годы появиться в Великобритании. Правительство страны рассмотрит и примет законопроект, который будет регулировать деятельность отрасли самоуправляемых машин. Это намерение подтвердил и король Карл III на церемонии открытия парламента. Производители беспилотного транспорта пока мало знают о деталях законопроекта. Мы слышали, что примут закон о самоуправляемых автомобилях, но не знаем, будет ли это распространяться только на дорожные транспортные средства или также коснется небольших роботов-курьеров, которые ездят по тротуарам. Впрочем, о некоторых важных положениях уже известно. Так, например, правительство хочет возложить юридическую ответственность за ДТП на производителей самоуправляемых автомобилей, а не на их владельцев. Для этого будет необходимо официально определить, что считать полностью автономным транспортным средством. Ранее сообщество автомобильных инженеров разработало классификацию автоматизации машин, состоящую из 6 уровней от 0 до 5.
Постоянного внимания водителя не требуется только в машинах с автоматизацией 4-го уровня и выше. Страховые компании уже одобрили намерение британских властей четко разграничить ответственность. Это существенно облегчит работу страховщиков. Также новый закон запретит производителям применять размытые формулировки, вводящие покупателей в заблуждение. То есть надо будет четко формулировать, оснащен ли автомобиль системой полной автоматизации. Ожидается, что законопроект примут до британских парламентских выборов в 2024 году. Тем временем в британском правительстве перестановки. Новым главой королевского МИД назначили Дэвида Кэмерона. Персона уже известная. С 2010 до 2016 он возглавлял британский кабмин, но ушел в отставку после референдума о Брексит. Кэмерон займет место в Палате лордов. О перестановках в правительстве накануне заявил премьер Великобритании. Также Сунак отправил в отставку главу МВД Сойлы Браверман. Знаете ли вы, что еще в 2008 году, не так давно, 250 граммов говядины, выращенной в пробирке, стоили $1 миллион. Зато сейчас копейки, и производить такое мясо стало дешевле, нежели содержать целое стадо коров. В Чехии технологию уже поставили на поток и получили все разрешительные документы. Мои коллеги подробнее. Говядина, выращенная в лаборатории, скоро появится в кормах для животных. Чешский стартап Bienemy первым в Евросоюзе получил лицензию на производство и продажу искусственного мяса. Этот продукт не относится к аналогу мяса, сделанного из растительных компонентов. Искусственное мясо выращивают из клетки, которую помещают в питательную среду в биореакторе. Мы первыми получили разрешение на использование такого мяса в кормах для домашних животных. Большинство наших конкурентов не спешат идти этим путем. Наверное, потому что у них проблемы с ценами. Но мы, кажется, с этим разобрались. В компании работают 80 исследователей. Проекту уже несколько лет. На этом этапе мы протестируем вкусовые качества продукта, узнаем, понравится ли он животным. Думаю, на это уйдет несколько месяцев. Потом можно будет заключать контракты. Пока в лаборатории за день выращивают килограмм мяса. В следующем году планируют увеличить производство до нескольких сотен килограммов, а потом и до нескольких тонн в день. Сейчас ученые выращивают говядину. В будущем планируют делать свинину и курицу. Чешские исследователи говорят, что производителям кормов их продукция будет обходиться дешевле, чем настоящее мясо. К тому же она будет всегда качественной, без гормонов, антибиотиков и излишков жира. Изначально искусственное мясо обходилось очень дорого. Например, в 2008 году 250 граммов выращенной в пробирке говядины оценивались в $1 миллион. С развитием технологий стоимость снизилась в десятки тысяч раз. Стало известно, когда завершат строительство одного из самых роскошных соборов мира – Саграды Фамилии. В переводе с испанского это означает «собор святого семейства». Его начали возводить в 1882 году и до сих пор строение так и не завершили. Всего монументальное сооружение должно состоять из 18 башен, символизирующих библейские фигуры – Иисуса, Марию, 4 евангелистов и 12 апостолов. Завершить работы намеревались в 2026 году, к столетию автора проекта Антонио Гауди. Но на днях огласили новую дату – 2033. К слову, собор – визитная карточка Барселоны. Ежегодно его посещает 3,5 миллиона туристов. Расслабиться и ничего не делать. В Японии прошел турнир по расслаблению Space Out Competition. Участие в состязании приняли больше 100 человек. Главное условие соревнований – в течение 1,5 часов необходимо было сидеть или лежать практически неподвижно и ничего не делать. При этом смеяться или закрывать глаза было запрещено, могли дисквалифицировать. Победителя определяли по пульсу. На протяжении соревнований он должен был быть низким, но при этом стабильным. Его замеряли каждые 15 минут. Что же касается турнира, то он проводится регулярно в Южной Корее с 2014 года. Самую дорогую картину в мире продали на аукционе Сотбис. Речь о полотне Пабло Пикассо «Женщина с часами». Лот ушел с молотка за 139 с лишним миллионов долларов. Право на продажу полотна перешло от предыдущей владелицы, которая скончалась в возрасте 102 лет, Эмили Ландау. Картина провисела полвека над камином. На ней изображена возлюбленная Пикассо, французская модель Мария Тереза Вальтер. Роман с ней художник крутил, будучи женатым на балерине Ольге Хохловой. Картина символична. Например, часы на руках девушки имеют намек, что любую любовь поглощает время. На этом у меня все. Еще больше интересных новостей вы найдете в YouTube и телеграм-каналах нашей программы. Ну а с вами был Дмитрий Белькевич. До встречи!